Подключили дренажные погружные насосы, стоит блок управления гринфосовский. На блоке управления до нас, кто пытался запустить, горели красные лампочки, индикация аварии. Эта авария говорила о том, что насосы стояли сухие. Сейчас вот этот минимальный уровень воды заполнен. Как только мы начинаем заполнять дренажную яму, она заполнится практически вся. И только тогда в насосе здесь вмонтирован поплавок, он всплывет и включится насос. Вот насос включился. Пошел отбор за воды, все. Поплавок опустился, дренажные насосы выключились. Вся система работает.